21 января, Комсомольск на Амуре. День памяти Владимира Ильича Ленина. В этот день, 99 лет назад, перестало биться сердце величайшего человека в истории цивилизации. Владимир Ильич основал первое в мире государство рабочих, крестьян, трудящихся, простых людей. Именно они управляли государством, Советским Союзом. К этому, об этом, таком государстве мечтали люди на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Владимир Ильич Ленин, он как веха, когда-то историю будут изучать, что была эра человечества до Ленина и была и стала эра после Ленина, потому что Ленин величайший человек, уникальный в истории и всего гений, вот нашего гений планеты всего Земля. Человечества. Да, гений. Спасибо большое, спасибо. Владимир Ильич Ленин. Что он единственный, который в мире человек, с Карлом Марксом, не то что единственный, они вот все, они высчитали, что такое должно быть общество, понимаете? И что человечество неизбежно придет. Да. И представляете... Который разработал не только, скажем так, основание для создания такого государства, который является основоположником учения, сторонниками которого мы все влияем, являемся. Это учение повлияло, я так думаю, что на все население нашей планеты. И сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить его память в день его смерти. Сейчас видео. Ну все. Мы напомним, что войти наши советские войска 80 лет назад прорвали оборону Ленинграда. Ленином и Ленина. А 120 лет назад, в 1903 году, была создана на базе РСДРП. Давай, дети. Нахуй. Мы купаемся.